94 года назад в стране появился воздушный флот. В Ульяновской области, названной авиационной столицей России, жизнь без самолетов представить сложно. В главном профильном вузе региона, Ульяновском авиационном институте гражданской авиации, на праздник собрались студенты, педагоги и ветераны отрасли. Вуз уже более 80 лет готовит высококвалифицированных специалистов, востребованных как на малой родине, так и далеко за ее пределами. И это один из самых главных праздников действительно для Ульяновской области, самого авиационного региона. Мы совершенно не случайно, а по праву носим звание авиационной столицы Российской Федерации. И этот праздник позволяет нам с гордостью говорить о том, что здесь, на Ульяновской земле, строят и изобретают самолеты. Делает их умными. Развивает уникальную аэропортную особую экономическую зону, которой нет нигде в Российской Федерации. За вклад в подготовку квалифицированных специалистов в области гражданской авиации глава региона наградил преподавателей УИГА почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди награжденных Валерий Дулов, посвятивший 40 лет работе в гражданской авиации. Ему был вручен знак губернатора области за трудовую доблесть. Закончив наш Ульяновский политехнический институт по специальности авиационное приборостроение, ну так вот получилось, что я пришел сюда на работу, вначале на инженером тренажерного центра, ну дальше, так сказать, на другой работе. И сейчас для меня это родное учебное заведение. Сейчас УИГА успешно развивается. В учебном процессе используются воздушные суда нового поколения, а современный тренажерный центр постоянно пополняется новыми моделями. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.